Многофункциональный центр на Можайском шоссе – одна из самых оживленных точек города. Создание здесь полноценной доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями. Важнейшая задача. Пандусы, прилегающая территория, подземный переход – все требует внимания. Проверяем на социальном маршруте наличие всех необходимых для людей с ограниченными возможностями предупредительных знаков, направляющих каких-то. Мы сегодня выбрали маршрут нашей МФЦ. В ходе специального рейда было выявлено несколько нарушений. Возле МФЦ необходимо покрасить тактильную плитку для слабовидящих людей, обновить дорожную разметку на пешеходных переходах и обратить особое внимание на пандусы. Здесь не работала кнопка вызова. Но один из самых значимых вопросов – это отсутствие напротив МФЦ автобусной остановки. Если мы сделаем вот здесь остановку, дальше мы на той стороне, будем говорить, на северной стороне Можайского шоссе, да, мы урегулируем зебры, проходы. Вот, и, значит, наверное, это будет решение первой проблемы. Информацию о проблемных точках активисты передадут руководству МФЦ и представителям местной власти. Рейды в рамках проекта «Единая страна. Доступная среда» будут продолжены. Мария Шматкова, Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».